Здравствуйте, Иван. Это видео про ваш одуванчик. Вот, смотрите, он наклеен на двухсторонний скотч на тестовый переходничок. Сейчас я его проверю в камере. Фокусное расстояние 14 мм запрограммировано, диафрагма 3,2 запрограммирована. Время входа в режим программирования 1 секунда. Итак, вот полочка, вот одуванчик, калибр и клей. И внутри упаковки с клеем зубочистка для нанесения клея на ваш байонет и на полочку. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика непосредственно на байонет или на полку. Клея нужно совсем немножко. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку и за внимание.